Игра начинает домашнюю серию игр. Она будет включать в себя 6 матчей. Сегодня подопечные Эдуарда Зенковца встретятся с командой СКА Нева. Команда, которая сейчас идет на 15-м месте, имеет в своем активе 17 очков. Югра уже уступила лидерство в турнире таблицы команде «Химик», но у команды из Воскресенска сыграно на 3 матча больше. Последние 2 противостояния Югры и СКА Невы в регулярке были яркими и интересными. Оба завершились со счетом 4-3. В Ханты-Мансийске вверх взяли гости из Санкт-Петербурга, забросив победную шайбу в овертайме. А вот на льду культурной столицы вверх взяли югорчане, вырвав победу в серии буллитов. Всего команды сыграли 7 матчей. 4 раза вверх брала Югра, и 3-жды успех был на стороне СКА Невы. Этот матч в прямом эфире покажет наш телеканал. Начало трансляции 18:55, сразу же после вечернего выпуска новостей.